Сегодня третий день соревнований 39-го чемпионата Азии в велошоссе. В них принимает участие 600 спортсменов из свыше чем 40 стран. Первая гонка была среди мужчин старше 65 лет. Зарегистрированы следующие итоги по этим соревнованиям. Первые два места завоевали спортсмены из Казахстана – Ринат Ахметбеков и Сергей Гуцалюк. Третьим прибыл наш соотечественник Николай Коваленко. Четвертые, пятые и шестые места заняли узбекские спортсмены. Ощущение великолепное. Очень рад, что показал такой результат. Сам не ожидал. Ну, старался, стремился к этому. Далее на старте были мужчины из 8 стран – от 35 до 64 лет в категории «Мастерс». Эти тайм-тревел-соревнования проходили по четвертым возрастным категориям. Следует отметить, что в первой части гонок для отличных результатов добивались казахстанские спортсмены. В частности, среди спортсменов от 35 до 39 лет одним из первых прибыл казахстанский гонщик Александр Дымовский. Победа возрастной категории от 40 до 44 также досталась Геннадию Крупикову. Среди участников в возрасте от 45 до 49 первым на финиш прибыл представитель «Мангу». Монголии Пересвурен Уякт. И, наконец, первое место в категории от 50 до 64 лет досталось еще одному казахстанскому спортсмену – Алексею Абраменко. Гонка, конечно, была не из легких, все-таки дистанция была большая, 30 километров. Ну, хорошо, что нам с погодой повезло, не было дождя. Примерно на результат такой рассчитывали. Вторая половина третьего дня чемпионата Азии по велошоссе оказалась удачной для наших соотечественников. Состоялись очередные индивидуальные велогонки среди женщин на 30-километровой дистанции в категории Time Trial. В этот раз на шоссейных велогонках за победу соревновались спортсмены из 9 стран континента. Третий старт проводился в категории Women U23. Первое место досталось китаянке из Тайпэя Тинг Тинг Чанг с результатом 41 минута 5,14 секунды. Второй к финишу прибыла японка Юми Кажихара. Ее результат 43 минуты 46,78 секунды. Наша соотечественница Рената Байметова заняла третье место с небольшой разницей. Ее результат – 43 минуты 52 секунды. В категории Women Elite гордость Узбекистана Ольга Забелинская завоевала первую золотую медаль в копилку сборной республики. Для достижения финиша ей потребовалось 39 минут 27,57 секунды. Золотую медаль Ольге Забелинской вручил вице-президент Федерации велоспорта Узбекистана Равшанхон Джураев. Второе место досталось кореянке Джумили с результатом 39 минут 53,47 секунды. А третья к финишу прибыла китаянка Тинг Инг Хуан из Тайпэя. Ее результат 41 минута 36,82 секунды. Ну, пока только радость. Еще не забываем, что еще есть групповая гонка впереди. Подождем еще результатов мужчин. Надеюсь, тоже поднесут хороший подарок. Ну, процесс подготовки, в принципе, шел для того, чтобы здесь показать хороший результат. Напомним, что вчера наша спортсменка Янина Кускова завоевала серебряную медаль. Обладателем бронзовой медали стал Бекзод Рахимбаев. Сегодня наши соотечественники также выиграли 3 медали. Также состоялись гонки в категории Men Elite. В них приняли участие велосипедисты из 19 стран континента. По итогам третье место занял гонконгский спортсмен Чиун Кинг Лок, который прибыл к финишу на 51-й минуте. Китайский велосипедист Чун Кай Фэнг из Тайбэя вторым пересек финишную линию на 49-й минуте 54-й секунде. Первое место занял казахстанский спортсмен Даниил Фоминых с результатом 49 минут 42 секунды. Таким образом завершился третий день соревнований 39-го чемпионата Азии по велошоссе.